Минимальная площадь, две колонки и самостоятельная оплата. В Тюмени сегодня открылась первая автоматическая заправка. На ее создание ушло меньше 3 месяцев. Объект компактный и помещается в плотной жилой застройке. Автовладельцы через терминал могут самостоятельно рассчитаться наличными или картой, а также получить баллы лояльности. Из-за экономии на сотрудниках-операционистах на этой заправке бензин будет стоить немного дешевле, чем на остальных. В перспективе в Тюмени могут появиться еще несколько таких АЗС разных брендов. Мы движемся по многим направлениям в части реализации программы «Умный город». Это сфера жилищно-коммунального хозяйства, оказание услуг, связанных с нашими ресурсоснабжающими организациями. Это и организация дорожного движения, это общественный транспорт. И появление автоматических АЗС мы также рассматриваем, что это один из этапов реализации «Умного города», для того, чтобы он был более комфортен, удобен для наших тюменцев. Очень удобно. Для этого района вообще не хватало такой точки. Мимо проезжаешь, никаких очередей нет. И вообще хотелось бы, чтобы таких комплексов побольше делали. Это очень удобно.